Доброго утра всем! 7:30 у нас, Афонька уже поехал в садик. Сейчас я собираю Антоху. У него сегодня физкультура. Я уже сложила ему форму в отдельную сумочку, и он ее там оставит в школе. Сейчас Гришке жарю яичницу. Гришка любит вот такую вот жидкую. А Антоха у нас любит перемешанную яичницу, так что ему я сейчас все перемешаю. Да, Антох? А я люблю яичницу с помидорами, поэтому я себе жарю с помидорками. Так же, как и первую. Ты просто ее там оставь, хорошо? Где? Ну, в школе. Первую смену? Нет, физкультуру. А с... У тебя же завтра опять же физкультура. Татьяна Владимировна сказала, можно оставить. Ну, там заверяю. Да? Угу. Вот это вот здесь физкультура. Пять, раз, два, три. Это, наверное, что-то... Что-то мог разбить. Пошли. Наверное, дитё загруженное. Загрузился, как будто переезжать собрался с дома, да? Ещё вон тебе надо розочки. Да, надо мне посадить розочки сегодня. Сегодня. Угу. Где-то здесь. Где-то в этих зарослях джунглей. В джунглях. Вот это вот. Это место дерева дом. Угу. Да. Что, Даша, звонить или ты сам пойдешь? Сам. Ну все? Да, пока. Я тебя люблю, сынок. Я сейчас забираю Антоху. А вон уже бабушка с девушкой едут, видишь? Да. И здесь у нас делают обочину, наконец-то. Сейчас я не пойму, куда эта машина, она поворачивает. Здесь делают обочину на хуторе, и это хорошо. Потому что теперь будет хорошо нам спускаться и подниматься. Потому что, когда мы там спускались на ту дорогу, на грунтовую, то там такой скачок от нового асфальта прям сильный. А теперь будет хорошая обочина. Вот, забрали Антоху, отвезли Вику еще домой. Вот. К бабушке Вику, да. И сейчас едем домой, будем обедать и Григория везти в школу. У нас, в общем, начались наши рабочие дни, когда одного забрали, другого отвезли. Да, сынок? Да. У тебя какие сегодня впечатления? Была физкультура, да? Да. Как тебе физкультура? Вот так. Не очень? Да, не очень. А если вот так, очень, а если вот так, вообще фу. Да? Мама, когда мы прыгали же в мелком зале, где каратисты, это знаешь что? Кто меньше всех прыгнул, мы такие, фу! А ты сколько прыгнул? А, я до последнего. У нас же, как у нас, желтая, вот эта, и там цифры, я до конца прыгнула. Антоха, а тебе не холодно, скажи? Тебе не холодно? Нет. Точно? Нет. В каком празднике? Не знаю. Где праздник? В школе? Да. Нам еще стихи за один день надо будет. Ага, хорошо. Теперь привезла Григория в школу. Сейчас этот молодой человек пойдет. 4 урока, это во сколько? В 16:40 закончится, да? Вроде да. Давай тогда возле Дома культуры, хорошо? А может здесь? А давай здесь. Да, не, давай тут посидим до 16:40 и поедем домой. Время пошло. Да. Давай, иди в школу. Давай ты мне здесь забежишь. Ну давай здесь. Да, шучу, я лучше пройду. Возле Дома культуры? Угу. Хорошо. Так, пошли виноградик тебе, да?
болит. Так иди поспи, зай. Ты устал, наверное, в школе? Я не устал. Ты не устал? Ты нормально? Все, красавчик. Он уже как раз сейчас вкуснючий, да? Нет, его... Вот лето, это его уже, там где-то середина или конец. Осень уже его, это пора, да? Да, а он до скольки осени растет? Пока не замерзнет. А если замерзает, что будет? Ну все, уже замерз и пропал. Замерз и пропал? Понимаешь? А я люблю еще желейку. Ну, уже да. Вот эта вот желейка. Угу, я тоже такую люблю. Вот. Угу. А шкорочки выкидывали, да? Шкорки. Я их не люблю. Мы обрезаем лук на посадку на перо, да? Вот так вот срезаем вот так вот верхушки и будем сажать на зеленое перо. Правда, на улицу. Антошка учит уроки. Ему уже задали, да? Что такое? Тебе не нравится домашнее задание? Нет. Почему? Потому. А что тебе нравится? Сидеть дома в телефоне. Ну давай, давай, занимайся. Ты верхушку-то тоже на чашечке рисуй. А не надо. Ну как не надо, вот же есть, и ты здесь проводи. Ну. Красным, смотри, как сделано, так и ты делай. До конца строчки и раскрасить этот мишек. Татьяна Владимировна, ну вообще. Ну вот надо раскрасить, сказала. А я делать. Не раскрашу. Антош. Что? Давай ты будешь спокойненько доделывать, хорошо? Нет. Значит, если я буду хорошо учиться, вы мне найдете что за мной? Собаку. Собаку? Так ты же не учишься хорошо. Это вы меня заставляете не хорошо учиться. Да? А ты как хочешь? Не учиться? Я хочу учиться, а вы говорите, не учись. Точно. Сиди, гуляй в телефончике, да? Да. Что-то я только стала. А это уже потом, а это не сегодня. Да, это не сегодня. Я делала уроки, наконец-то. Да, а почему ты золотым, расскажи? Самовар золотой, да? Ну, потому что это как в старых временах и самовара. Да. Все правильно. Все доделано. Сегодня все, да? Сегодня тебе еще куда? На танцы. Нет. На футбол. Ты не хочешь? На футбол лучше, чем на эти танцы. Да? Я сейчас буду готовить ужин. Наконец-то! Антошка уже ждет. Сейчас только достану курочку. Ой. Гриша уже ждет? Гриша ждет меня. Ну, у него через 20 минут закончатся уроки. Как раз я сейчас все поставлю в духовку и пойду за Гришей. У меня вот здесь вот мое любимое, не знаю, я теперь всегда его покупаю. Это бедрышки без кожи и без костей. 209 рублей стоит килограмм. Вот здесь вот 930 грамм. И будет картошка, лук, чеснок. Все вот это вот будет в маринаде и в духовке. Я порезала уже мясо, лук, чеснок выдавила на чеснокодавке, картошку. Сейчас буду делать соус, немного майонеза, просто не хочется выкидывать, можно майонез не добавлять. Соевого соуса, немного томатной пасты или кетчупа. Поперчу все это и добавлю капелюшку подсолнечного масла. Вот это все взобью и залью картошку с мясом. И отправлю в форме, в духовку, не знаю, на сколько минут, на 40, на 50. В общем, смотрю по готовности 200 градусов у меня. Вот я намешала уже соус. Добавила еще сюда капельку воды, потому что он мне показался густоват. И все, сейчас буду заливать все, перемешивать прям руками, чтобы хорошо распределился, особенно, чтобы лук вот его прям разобрать на тоненькие такие полукольца. И... Все, буду отправлять в духовочку. Я приехала, жду Гришку, должен прийти к Дому культуры.
И что хотела сказать, и моя любимая тема, пока я куда-то еду, то духовка либо мультиварка помогает мне готовить ужин. Вот сейчас вот духовка готовит мой ужин. Я приехала, да, за Григорием. В 17:45 еще Антоху на футбол, Гришку в 19:30 на карате отвозить, 21:30 забирать. Поэтому вот, в общем, при таком ритме еда из духовки, из мультиварки очень выручает. Я за Гришей приехала Гришу забирать. Здравствуйте. Может, я тогда девочек заберу, раз Гриши нет? Говорю, раз Гриши сейчас нет, может, тогда девочек забрать? Только ногти не грызи. А где наш Авоня? Садик. На меня смотрел так, смотрел. Но ничего не сказал, да? А я же сидела в машине с Лёхой. А, ну это хорошо. Ты со мной? Давай, сейчас с Колей еще поздороваемся, хорошо? А, Коленька спит? Приехала с нами. Очень хорошо, когда ты в тени находишься, я там в школу. Да. Кушать картошка с мясом. А можно мне лучше борщика? Супа, галушки остались. Колбасы нет. Картошку с мясом пойдем. А что, ты ее не ел? В обед. Я всего один бутер. Да, и я один бутер. Мам, ну я бутерброд с колбасой плюс, потому что бутерброд с колбасой плюс, это потому что я еще бутерброд со сметаной. Все, мы будем кушать. Я уже достала из духовки картошку с мясом. Она очень красивая из-за томатной пасты, прям такая красная, как мы любим. Все, сейчас будем ужинать. Я еще сделала салатик. Еще мы забрали. Для того, чтобы остудить, мы добавляем сметану. Зоенька у нас, да. И вот салат: капуста, помидоры, огурцы, зеленый лук и семена льна с подсолнечным маслом. Сегодня у нас еще и Гриша ходит на футбол. Ты хочешь ходить на футбол? Тебе понравилось? Туда-сюда. Так, ты с какими? Ты с взрослыми? Нет, я с ними. Ты с Антошиком? Ага. У нас специально противоположного. Антоша там не возил. Да? Ну, там на штанге было.